Привет. Ну что, как ощущения твои? Мои ощущения только положительные, и я, если честно, не ожидал, что здесь будет так легко, потому что я все время выхожу на сцену с каким-то ощущением, что меня кто-то искоса смотрит и кто-то оценивает намного строже, чем я бы хотел, да. И у меня почему-то всегда такое ощущение, когда я выхожу на сцену. Но здесь я почему-то этого не чувствовал. Да, поначалу первые ноты я подумал, может быть, я сейчас что-то не то сыграю, и многих не зацепит это, но я потом просто расслабился и подумал, если я погружен в музыку, то и люди должны ее прочувствовать. И поэтому я расслабился. А вообще не касательно сегодняшнего выступления, у тебя какие цели ты на данный момент перед собой ставишь? На данный момент я ставлю цели отучиться, можно так сказать, потому что я вот только приехал в Москву в этом году, и я сейчас пока разбираюсь, что есть что, и новые предметы, новые люди, и это нужно ко всему привыкнуть. И цель у меня для начала показать, что я приехал сюда не зря, во всяком случае, потому что сюда люди приезжают расти. Вот я и хочу показать, что я здесь расту. А на более дальнейший какой-то период? На дальнейший период я не люблю загадывать на будущее, потому что сегодня может быть одно, завтра другое. Мы не можем предсказать. Я не буду на этот счет ничего говорить. Вообще настрой хороший у тебя? Настрой очень хороший, расслабленный, потому что, да, я просто... Мне очень понравилось. Какое зрение у тебя, можешь сказать, пожалуйста? У меня минус 3,5. У меня минус 5, ладно. Все, спасибо большое, спасибо.